Вау, окей. Ладно, что посмотрим? Может, какое-нибудь кинцо про зомби? Камни, это... Человек, которого называют мусорщиком, совершил еще 3 убийства прошлой ночью. Его секретное оружие – пакет для мусора. Если вы увидите этого человека, пожалуйста, позвоните в отделение полиции или местное отделение шерифа. Скажите, что это по поводу тройного убийства, которое произошло Малыш, буквально... Малыш, да? Почему этот парень похож на тебя? Или сосед, пожалуйста, сообщите в полицию. Не, у того парня усы. Единственное, что осталось на месте преступления – накладные усы. Мне говорят, что мы можем увидеть актуальную фотографию, как будет выглядеть убийца без накладных усов. Мужчина примерно 2 метра ростом. О, ну тогда точно не ты, мужик. Сколько в тебе роста? 1.60 м? Знал, что не ты. Простите, его рост 1.60 м. Я просто не думал, что мужчина бывает такого низкого роста. Ты еще говорил, что ты 1.60 м. Мы получили кадр, что убийца скрывался с места преступления под эту песню. О боже, ненавижу эту песню. Я знаю. Даже я об этом знаю. Все знают, что я ненавижу эту песню. Кто-то мне ее поставил. Кто мне ее поставил? Ты мне ее поставила? Кто? Откуда она тебе? От мамы. Она мне ее поставила. От мамы. Официально подтверждено, что убийство было произведено в 6 часов вечера вчерашнего дня. Вчера. Вчера. Вчера мы были с тобой весь день. Да, мы были вместе. В Диснейленде. В Диснейленде. Весь день. Да. Убийство произошло вчера на парковке в Диснейленде. Это не стало самым счастливым местом для этих 3 жертв. Так, слушайте, не-не-не-не-не, выслушайте меня. Мне страшно. Стой, стой, ребят, мы друзья, так? Да, не знаю. Хорошо, просто послушайте, меня. На Земле 7 миллиардов человек. Так, это мог быть кто угодно. Это просто совпадение. По словам свидетелей, он кричал, на Земле 7 миллиардов человек, так? Это может быть кто угодно. Это просто совпадение. Так, ладно. Стойте, послушайте, но... Нет, это вся информация, которая есть. Нет, малыш, ребят, слушайте. Это не я. Ну и славно, я еще ничего не видел, ничего не слышал, ладно? Клянусь, это не я. Мы не думали, что ты. Но если ты, то просто сдайся. За раскрытие информации о личности этого человека назначена награда в 3 миллиона долларов. 3 миллиона? Да, но ты их не получишь, потому что это не я. Попробуй, стоит. Это куча денег. Я не тот парень, если хотите 3 миллиона, найдите его. Может быть, нам тогда вместе всем пойти? Почему ты так подходишь? Мы просто бы немного прогулялись. Бы. Попили пиво. Это не я был! Быстро нахуй все назад! Богом клянусь, это был не я! Ладно. Я даже не похож на эту фотку. Слушайте. Мы слушаем. Что мы там делали? Мы хотели посмотреть фильм, как настоящие друзья. Малыш, найди фильм. Хорошо. Малыш, найди фильм. В смысле, не мой малыш, это твой малыш, не мой малыш. Ладно, садитесь. Садитесь, ребят. Все хорошо. Смотри, это я. Да. О, боже. О, посмотрите, кто проснулся. Так не могут сделать люди, которых ты убил. Да. Полиция уже едет. И у кого теперь пистолет? Развяжите меня! Ты можешь так не делать? Я, может, и хотела бы тебя развязать, но не могу. У меня теперь пистолет. Малыш. Ты убийца, я не могу быть с убийцей. Что подумает мой папа? 3 миллиона – это куча денег. Ну, в смысле мы... Срочные новости. Убийца был схвачен. Он был арестован и в данный момент находится под стражей. Теперь ваши семьи в безопасности. Мне сообщили, что обвиняемый сотрудничает с полицией и отвечает на все их вопросы. Мы пошутили! Ты попался. Развяжите меня! Не обижайся. Уже развязываю. Осторожней с ним. Может, поможете мне? Ща. Хорошо. Давайте его поднимем. Хорошо. Вот так. Давай. Прости меня. Так, стой. Это вроде тоже твое. Вот твоя прическа в порядке. Уберите руки!
Вы знаете, я настоящий друг. Я бы показал вам, ребят, что такое настоящая дружба. Никакая сумма денег не заменила то, что я к вам чувствую. Понятно? Поэтому я прощаю вас, ребят. Идите, идите ко мне, идите сюда. Срочное сообщение. Полиция поймала не того человека. Убийца все еще на свободе. Но это все равно не я. Я же говорю, что это не я. Она же не обо мне говорит. Эй, ребят, вернитесь. Мы скорбим со всеми, кого затронула эта трагедия. Потому что это ужасное происшествие, которое не должно повториться. По нашим данным, убийца совершает новое преступление. Это не я. А перевела, озвучил виски. Ага.